рыжего запускаю утром, это коти. А та пришла и легла спать. Она в комнате там женской, рыжая, она хозяйка. Если она узнает, у нее лапка исцелела, наступает на нее. И тоже пошла, сразу же пошла погулять. Она лежит, не слышит. Видно, слух-то ослабленный уже. О! Ждем гостей. По-японски. Давай, ешь, ешь. А там и есть нечего. Все, почистил, пошел. А утром тут занятия идут. Ну. Я не пойму, что-то он стоит, спит или что? Ну и разбудить хочу. Ну-ка, Жень. А, не может запомнить четырех евангелистов. А я знаю, ну не... Ну, упадет еще? А? Упадет? Да не пойдет, он что пойдет? Он скандит. Неужели так может спать? Ну вот. Ну он не спит, он будет. Открой глаза. Ну положите его спать, пусть спит. Значит, ему не хватает времени. Сейчас пойдешь. Садись. Давай, повтори. Марк, Лука, Иоанн. Иоанн. Да. О, хорошо, мы пошли на улицу, пойдем. Пойдем, Котя, выходи. Выходи, выходи. Таня видела его, а то она бы ему не давала. Пошли, выходи на улицу. Ну, трешься ты. Любящий такой. Увидал. Горячая там. Что-то там Сергей Павлович с утра пораньше. 6 часов еще нету. Что он делает? А, карасиков почистить. Видите, еще синё все. А что это в воду-то бросаешь? Промывать их надо. Промывать. Косточки любишь одни. Я много раз говорил, промывать не надо. Все равно промывать. И доказательств какие? А никаких доказательств нету. Главное, что все из нее вымывается. Вот сушим мы ее, даже не чищенную, и едим. Что-то есть внутри, никакой внутренности, ничего нету, все. Намертво высыхает. А это умом мы это балуемся. Не надо промывать. В ней хоть что-то остается, варить будешь. А так, если этой воде варить будешь много, тогда как-то... Вот так. Сегодня утро такое благоприятное. Пошел за ванной.